Всем привет! Немножко есть продвижение с ремонтом и немного есть времени поснимать, рассказать наши новости и вообще, как что происходит. Сейчас расскажу, что мы поменяли за полмесяца где-то. Первое, это, конечно, мы поменяли пол, там был вообще прогнивший ДСП или что-то. В общем, типа того. Мы постелили другой пол, оклеили линолеум, также вот здесь, в прихожей. Я закрываю, потому что жду, когда установлю дверь. Сейчас собак сюда не пускают, потому что они начинают все обмечивать. Вот. Также мы поменяли батареи. Ну, были старые такие. Стены пришлось выравнивать. Новую электрику делать, все под гарнитур. Здесь еще три будет розетки. И самое тупое, что пришлось переделывать газовую трубу. Это вообще не очень законно, но за деньги все можно сделать. В общем, мы ее перевели сюда, чтобы не торчал здесь вот такой из фартука кран. В общем, это некрасиво. Вчера поклеили обои. У меня они такие вот серенькие. Сейчас собаки ждут, когда я их покормлю. Вот. Вот так вот все выглядит. Также уже установили потолки. Осталось поделать к ним плинтуса. Ну, это просто приедут и сделают. Вот. И потолок я также поменяла и... прихожки. Чайки, нельзя. Вот, осталось установить дверь и дождаться гарнитура. В принципе, все. И плинтуса сделать. Также потом будем выбирать стол кухонный. Здесь у нас раковина просто отсоединена, и здесь постоянно что-то бурчит. Вот, потом будем выбирать кухонный стол с стульями. Я даже не знаю, хочу стол белый, а стулья либо серые, либо с розовыми такими вот, ну, сидушками. А сюда хочу маленький телевизор. В принципе, пока все. Вот, технику мы уже всю купили. Осталось просто дождаться гарнитура. Это будет где-то в начале августа. Мне будет три отправки, три таких небольших заказика. Вот такая футболочка с пончиками. Маленькой посылочки поедет. Дальше ошейник Фореста для щенка, который только начал гулять. Не забывайте о защите ваших собачек. Курточка вот такая серебристая. К ней мы подобрали вот такую заколку серебристую. И кофточка Adidas. Это все в одном заказе. И следующий заказ — это футболочка с ананасами, розовая футболочка. Там написано «Я люблю маму». И платье с такими вот клубничками. Бантика. Все это для Йорка. Сейчас я буду все это отправлять и, вернее, упаковывать и пойду отправлять. Успею на почту. Сегодня суббота, и у них сокращенный день. А по воскресеньям почта не работает. Так что имейте в виду, если вы заказываете там в воскресенье, то я отправляю это все в понедельник. Иди сюда. Ты со мной будешь ягоды собирать? На. Будешь? Чаки. На, вкусняшка. Не любишь? В общем, вместо Юси я взяла Чаки. Ходит за мной, как хвостик. Будешь малину? Чаки. Ничего не ест. Ну ты чудик. Пойдем. Пойдем гулять. Там нету. Там это есть. Чаки. Будешь? Яблоко упало. Я его подстригла недавно. Лысый. Ты лысый? Чаки, что ты крутишься?
Чайки. Какая красивая рыба-то. Щелкай, Настя. Иди, купайся. Прошлый раз не было с моста, наверное, сам. Ну чё ты, чё ты? Здесь не рыбка дохнула. Угу. Чаки. Иди, иди сюда. Идём. Идём, идём. Пойдём. Пошли, не бойся. Идём, идём, идём. Всё, я уплыла. Чак, иди сюда. И ко мне, и пойдешь там. Иди. Пойдем, Чаки, пойдем. Поближе подойди. Наоборот, когда я буду уходить, он должен плыть за мной. Давай. Не бойся. Ныряй. Пошел. Время 12 часов ночи, и я решила притащить комод с вещами для собак на кухню, но временно. Я на нем стригу такую пеленку стелю многоразовую и стригу на ней. Ну, правда, к нему все прилипает именно к этой. В общем-то, я протираю все вещи для собак, потому что все запылилось. Прыскаю все спиртом, все инструменты, очищаю их от шерсти, ну и вообще просто продезинфицировать. Также заряжаю машинку. Здесь написано процент заряда 22%. Вот, в общем, сейчас поубираюсь тут. Завтра ко мне на стрижку придет собачка Йорк. Я немножко волнуюсь. Я давно не стригла ни своих собак. Вот. Ну вот, буду стричь здесь, на кухне. Сниму вам, наверное, результаты до и после, если у меня все получится, если собака адекватная. Нет, я стричь-то могу, но просто собаки бывают неадекватные. Вот. Ну, в общем, посмотрим. Так сказать, расскажу о своем опыте. Сейчас, думаю, тоже своих подкорректирую. Немножко подстричь надо. Юську тоже, может, вообще полностью подстригу, не знаю. Мальчишки-то у меня лысые. Ну, так, немножко прогигиенить хочется. И когти подстричь. В общем, первые ящики у меня вот так. Здесь у меня миски, потому что сейчас нет гарнитура. И у меня все это здесь. А здесь у меня различные спреи, машинки. Это дело у меня раньше здесь лакомства лежали, а теперь, ну, полотенце, с которым мы ходим на пляж. Вот памперсы. У меня чайка ходит в памперсе, в промежутке, когда мы гуляем, я ему надеваю памперсы на ночь. Потому что он может метить. Потом мы, конечно, не будем в памперсе ходить, просто мы сейчас приучаемся к улице. Я гуляю 2 раза в день. Мне именно нужен двухразовый режим. И дома стало чисто с прогулками. На пеленку они не ходят. Юсечка ходит на пеленку, но она совсем не гадит дома. А вот мальчишки, они... Надо мне с ними гулять, я так понимаю. В общем, будем приучаться. Ну и здесь, короче, многоразовые пеленки. Ну, всякие тут и одноразовые все. Это дело у меня для этого. Лакомства мы не кушаем. Очень редко. Так бывает, кто-то в посылке пришлет, либо еще что-нибудь. Так сама я, ну, стараюсь не покупать. Этот отдел у меня, то, что мы носим, и самуницы всякие тут. Кофты, рулетки. Основные рулетки, на которых мы гуляем, они у меня в прихожке. Ну, в общем, здесь то, что заношенное. Тоже надо все прибирать, все протирать. С этим ремонтом все пыльное. В общем, сейчас... буду стричь своих, и завтра на 12 у меня запись, и также еще
другие хотели записаться. В общем, не знаю, я немножко волнуюсь, потому что я не знаю характера собаки. Вот такой у меня сегодня клиент на стрижку. Мы подстригли, сейчас пойдем мыться. И такой мальчик хороший. Ушки у него висят. Такой вот светленький, классный, прям блондин. И не спросила я, как тебя зовут. Спокойный такой, я в шоке. Умница. Пойдем мыться. Мы помылись, сейчас будем сушиться, делать прическу и ждать маму, да? Такой хороший. Добренький, все дался. Ни разу не пискнул. Классный. И он очень светленький. Я обожаю таких. Прям куколка. Да? Пусть. Вот такой кукленочек у меня получился. Ну-ка, побегай. Блондин вообще классный. Не бойся, не бойся. Нас вытащили. Хороший. Иди сюда. Какой здоровенький. Не бойся. Делаем фотографии для коллекции. Мне прям он очень нравится, такой светленький. У него здесь была, ну, такая же шерсть. Естественно, я ее состригла. Так он везде прям белый. Вот у меня рыжие йорки, а это прям блондин.